Добро пожаловать в самый солнечный город России – Сочи. Жить здесь одно удовольствие. В Сочи никогда не бывает холодно. Даже зимой. Огромное количество достопримечательностей и активный отдых любого формата. Вася и Петя уже готовы ехать и жить в Сочи. Дело за малым. Осталось приобрести себе недвижимость. Вася решил, что сам способен купить себе жилье с помощью интернета. Найдя себе подходящий вариант, радостный Вася уже летит в Сочи. По прилету его ждет неприятный сюрприз. Оказывается, что такого предложения нет, а все остальные варианты сильно отличаются от обещанного. Васе начинают звонить сомнительные риэлторы и предлагать совсем не то, что нужно. После множества неудачных попыток Вася отчаивается найти хоть что-нибудь. А что же Петя? А Петя решил довериться профессионалам. С ним на связь тут же вышел сотрудник компании и дал исчерпывающую консультацию. В удобное время и удобным для себя способом Петя получил все необходимые данные о своем будущем доме. При прилете в солнечные Сочи его встретили сотрудники компании и привезли в заранее забронированную гостиницу. На следующий же день Петя смог своими глазами взглянуть на жилье своей мечты. Быстро оформив все документы, Петя уже наслаждается жизнью в самом солнечном городе России. А все потому, что Петя, в отличие от Васи, сразу обратился к экспертам. Агентство недвижимости «Солнечный Сочи». Простой подход к сложным вещам.